Я прочитаю текст, который я написал, когда приехал из Кыштыма 10 мая. Вот он. Какого года? А? Этого. Вот. Он посвящен, собственно, Туренко. Этот день относительно пахнет травой, и не гаснет погоды прошитый пейзаж, и Туренко по тексту живет как живой, а не вечный покамест, поймешь, не предашь, слышно все и какое, кому, почему, звук повиснет, как ветер, и без пауз, и слез, и как снег тонет водкой, почти что муму, нет печали, и памятник светом зарос, как захлеб города попирают слова, дай на память, как нищий, я вспомнил, забыл, как зовется трава, не травою сперва. Ну и что, что вся память, как Нижний Тагил, так живет обезвоженный частный ландшафт, без границ и без грации, листая людей. А Туренко смеется, закутавшись в шарф, в окружении безлиственных букв и ветвей. Еще один текст прочитаю. Не запомнить, не во сне продлить точку для дырявого вина. Пусть глаза плывут, как корабли, в сторону, где кончится страна. Там дворец, чей корпус распилив, зодчий отплатил за темноту. Там в кармане яма без перил, и свеча забыться и задуть. Тлеет ветер, не пересчитать ни воров, ни вкопанных дверей. Ты дрожит в углу, как нищета. Жди, не бойся, сжалься, верь, не верь. Спит в затылке лампы мотылек. Очерти, нет речи ни в глазу. Постели мне, чтоб я на пол лег, темнота похожа на мазут.